С 25 сентября в Самаре официально стартует отопительный сезон в жилом фонде города. Процесс пуска тепла не одномоментный. В течение примерно 2 недель предстоит проверить больше 10 тысяч зданий и постепенно пустить теплоноситель. Подключение отопления в Самаре, как и годами ранее, началось с объектов социальной сферы. Первыми, с 18 сентября, батареи нагрелись в больницах, домах ребенка и детских садах, организациях, где люди пребывают либо большую часть дня, либо круглосуточно. У каждого муниципалитета есть право по готовности объектов теплоснабжения начать включение отопления на объектах соцсферы, не дожидаясь наступления среднесуточной температуры плюс 8 градусов в течение 5 дней. Даже если днем на улице тепло, ночью температура воздуха опускается и в домах становится прохладно. Проводится работа по пуску теплоносителя непосредственно изначально в социальную сферу. На сегодняшний день подключено уже 60,7%. Во время еженедельного совещания под руководством главы города Елены Лапушкиной подвели и промежуточные итоги реализации национальных проектов в 2023 году. В центре внимания – важные инфраструктурные программы, такие как безопасные качественные дороги. Успех в исполнении этого нацпроекта зависит от нескольких показателей. В частности, оценивают качество отремонтированных дорог, современность используемых материалов и количество техники отечественного производства, которую использовали во время обновления транспортной сети города. На сегодня фактически работы завершены на всех запланированных 42 участках дорог. В настоящее время МБУ «Дорожное хозяйство» осуществляет диагностику выполненных работ. Кроме того, еще 8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 2,5 километра будет отремонтировано вне национального проекта. Также во время совещания отметили особые успехи, которых удалось достигнуть благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на средства профильных программ благоустроили 4 важных для Самары общественных пространства, 3 парка и 1 сквер, а также обновили 51 двор в разных районах города. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.